Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня пробуем дальше потрешивать, попроходить, я не знаю, запретили на моем аккаунте, но это просто какой-то трэш. Одним словом, вот вчера мы дошли до сюда. Не помню, кто тут кого-то, мы одного героя слили, и у нас в итоге две пачки наших развалились полностью. В общем, поехали, делаем обновление за 600. Как видите, это просто обычный босс. Это первый начинающий уровень. Мы его реально пройти с такими натугами еле-еле и то дошли до босса, а босс просто нереальный. Кто-то в комментариях, то ли на стриме писал: обходи пачки с огниками, там с ронинами, с фреями. У меня таких пачек здесь нет. У меня в каждой пачке либо оккультист, либо какая-то хрень. Потому что сила очень большая, и ты ничего не сделаешь. У тебя только вариант идти на пролом. И больше никак. Так, есть. Собрали мы пачку, поехали, будем пробовать. То есть настолько вот мои герои, там я смотрю кого-то, это барды сливают. А нет, это оккультиста. Чуть только что не слили. То есть тут настолько идут усиления уже от силы, что просто ну, нереально что-то сделать. Даже супер питомцы максимальные, это все равно не спасает. Максимальные прокачки, все пофиг. То есть они настолько сделали привязку, некоторые ребята умудряются скидывать и писать: я прошел. Пройти можно, это шанс. Ну, один из там, допустим, 100, вот один раз может повезет, один раз не повезет, ну, вот огненько слили. А в большинстве случаев, ну, вот большинство ребят, которые пишут, реально у них у всех проблема. Стало намного хуже в локации. И это очень заметно, я как бы все время ее фармлю, не пропускаю, и я вижу, вот единственный пак, наверное, на который можно напасть. Рядом стоял, ну, это просто подарок, это GG, я могу сказать. Такие вот паки, но они не всегда есть. Не понял прикола. Что-то у меня... Это что за прикол? У меня там что, слилось три героя, что ли? На повторе надо будет посмотреть. Это просто какая-то нереальная хрень. По-моему, только Огник один слился. Что за прикол? Куда делся оккультист в ворожей? По-моему, мне показалось, что только один Огник слился. Ну вот вам, ребятушки, вся мощь этой локации. Как вам? Я только зашел на второй этаж, и вот раз. Вот опять пачка не сильная. Блин, надо будет посмотреть повтор. Ну, я не знаю, что-то мне показалось, что там только один огник слился. Оказывается, там не только огник слился. Ну вот, мои герои максимальных прокачек. Что они здесь могут сделать? На них пленение, на них супер питомцы. И их просто тупо разматывают. Вот что тут делать? Привязка к силе, привязка к пачке, привязка к герою. Вот какому хрену они привязку сделали? Ну, как бы ты ни проходил, у тебя сливается. У меня такого раньше не было. Я либо застревал на ком-то. Сейчас у меня герои просто разлетаются, как будто у них ни хрена нету. Ни прорыва, ни прокачки, вообще ничего. Кто там у нас такой неубиваемый остался? Тут я не вижу, кого мы там убить не можем. Просто вот реально самый настоящий трэш. Мишаня был, что ли? Или ворожей? Ну вот, пачка с зефиром. Куда мне деваться? Рея, Зефир, вот что мне делать здесь? Просто трэш полный. Если там еще некоторых ты сливаешь, но на остальных героев надо опять резать ту же самую Мэри и всех остальных.
на это смотришь и понимаешь, блядь, какого хрена вы сделали эту локацию, если она просто, ну, мне, допустим, она нафиг не нужна, по большому счету, без доната она реально непроходима стала, и по сути эта локация не актуальна. Единицы там проходят, опять же, проходят те, кто больше с донатами играет. Без донаты, ну, я не знаю, мало кто там, ну, может, первый этаж зафармит, то есть более-менее там первый либо второй можно еще зафармить. Но в 99% случаев здесь просто нефиг делать с таким усилением. Тем более, если у вас сила еще большая, а силу надо качать как для битвы гильдии, ну, чтобы нормально получать плюх, так и для атаки фортов. И ты понимаешь, что и силу качать ты не можешь, потому что ты здесь ни хрена не сделаешь. Ну, какой-то бредняк. Куда я попал вот реально? Вот что мне здесь делать? Герои, которых я убить не могу. Мне придется сейчас опять же резать Мэри. У нас остался Огник, Зефир и Фрея. Вот странно, как меня оккультист ушатался. Просто бредняк. Мне кажется, Огника можно вообще убирать. Нафиг здесь не нужен. Где моя Мэри делась? Вот посмотрите, она резнулась. Ее только что просто убрали с одной тычки. Просто нафиг. Это нормально? Без нее вот это вот пройти, ну просто unreal. Они не убиваются. Вот я заметил, что возможно они уменьшили отхил вражеские герои, но они добавили им уклонение. И посмотрите на атаку моей Мэри. Она вообще практически не бьет. И все мои остальные еле-еле слили Зефира. А с Фрейей сейчас будет отдельный разговор. Она просто не продувается. Что это за фигня? Посмотрите внимательно. У нее просто по ней просто миссы. Единственное, что мы вот только что добили, это один кубик. Дальше она просто не бьется. Что за фигня, вот реально, что за фигня? Как мне ее слить? Только через тыкву, блин. Вот посмотрите на нее. У меня опять же оккультиста, и я ту слили. Да, короче, вот такие вот, ребятушки, дела. Вы говорите, я прохожу, я тоже могу пройти, но я показываю вам реальность, которая есть на моем аккаунте. Здесь герои на максимальных прокачках, и они нифига сделать в большинстве случаев просто не могут. Сейчас мы под тыковкой пробуем ее слить. Это пока тыковка живет. Посмотрите, сколько я ее бью под тыквой. Ну это что, блядь, прикол какой-то. Ну что это такое? Вот реально. Что это за фигня? Эта тыква у нас до сих пор еще жива. Целая минута убивается Фрея под разгоном, ребят. Под разгоном, это не просто такая, ну, это не просто, вот нормальная пачка попалась. Но, блин, одна пачка из 10 нормальная, это разве круто? Ну, все равно тыкву нахрен ушатали. О, посмотрите на Ронина.
Просто трэш. Блядь, я вот там лям так такой отхил был, просто офигеть. Я не знаю уже, что делать. Это просто какое-то издевательство. Ставим обратно барда. Но вот как они сливаются? Вот я не могу понять. Каким образом? Смотритель пробивает, дальше Фрейя бьет. Ну блин, здесь и ворожей топовый. Здесь и бар дает, и оккультист предотвращает урон. Каким образом они так проседают? Вот по ляму пробивают меня. А вы говорите, как-то проходить. Да нафиг вот это вот надо. Это при том, что здесь все донатные герои, я имею возможность выбора. У большинства даже донатных игроков там лям сила. У них нету такого изобилия героев у многих. Многие не могут себе позволить там то. Многие вообще играют на минимальном донате. И у них сила тоже нормальная. Они нихрена здесь не сделают. Вот Фрейя с маскировкой. Вот посмотрите на нее. Мы еле-еле ее добиваем. Вот хорошо, они или убрали выживание, или что, я не знаю. Они по-любому что-то убрали, потому что отхила стало меньше. Это очень заметно. Но в большинстве случаев, ну посмотрите. И ты не знаешь, на какую пачку нападать. Просто тупо не знаю. Сейчас мы их половину ушатают, как обычно. Либо мои не смогут. Не, тут мы правильный выбор сделали вроде. Ну то есть, для того, чтобы вам здесь нормально стоять, у вас должен быть бард. У вас должен быть оккультист, у вас должен быть ворожай топовой прокачки. Плюс у вас должна обязательно быть хорошая тыква против Фрей. Плюс у вас должен быть там либо Космо, либо Ледяка. Плюс у вас должен быть Землеройка. Плюс у вас должна быть Мэри на некоторые случаи. У вас должны быть все герои, чтобы проходить локацию и хороших прокачек. Супер локация для фарма недостающего героя. Ну, вот посмотрите на Зефира. Что это за фигня? Вот скажите мне, вот у меня там, я не знаю сколько, 4 или 5 или 6 героев. И вот один несчастный Зефир. Посмотрите на его хп. Мои все герои его дамажат. Что это за фигня? У него просто жизнь не пропадает. Просто жизнь не уходит. Сколько бы я ни бил, посмотрите на него. Это реально просто бред. У меня огник, я вижу, оккультист есть по-любому, ворожей, Фрейя. У меня все живы. А там еще и Фрейя есть. И он не проседает. Он просто тупо не проседает. Просто бред, блядь. Вот реально, это самое, что не есть настоящий бред. Сколько у него реально жизни, что он просто тупо не уходит. Там отхила у него, ну я не знаю, только собственный отхил. Плюс он на отражалках должен получать. Вот он начал по чуть-чуть проседать. Посмотрите внимательно на отхил. И они еще пишут некоторым ребятам по поводу того, что пересмотрите, может у вас неправильно собраны герои или не те герои. Ну какие уже не те герои? Ну, он просто не просит. Ну, это дебилизм самый настоящий. То есть,
Такого героя только с Мэри надо проходить. Все, других вариантов просто нет. Вот мы просто стоим на месте, 6 героев, мы Фрейлу шатали, а его мы убить не можем просто. Для этого мне надо опять же сейчас резать полностью всех. Вот теперь пошло дело. Вот это нормально, да, вы считаете? Посмотрите обратно же на отхил. Вот он проседает, 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 проседает. И вот пошел отхил. Но она нормально ему всекает. По ляму. Лям 800, я вижу, что он отхиливает. Просто вот, кайф. Сидишь и понимаешь, тебе надо получить сначала всех героев, чтобы проходить. Вот такие вот пачки у меня, которые можно пройти, ну, раз на, вы сами видели. То есть 2 или 3 мы встретили, пока мы сюда зашли. Ну, с третьего ража я просто ушатали. На каком? На ровном месте его просто убили. Вот такие пачки, да, я согласен. Вот такого босса я согласен убивать. Зашел и за раз чпокнул его. Это бред. Я потратил все полностью попытки. Все полностью попытки я слил. То есть, что это было, блядь? Что это было? Вот скажите мне, пожалуйста. Выходи. Что это было за фигня? Какого хрена у меня слились полностью все герои, блядь? Как? Я просто в шоке. Вот честно, это ударил, скорее всего, там смотритель. Я не вижу, на повторе будет видно. Но, скорее всего, я предполагаю, это был смотр. Это просто бред. Просто жесть. Вот сюда надо теперь ставить, получается, мне космо. Без космо тут, ну, реально, нехрен делать. Чтобы он хотя бы первым ударил такие пачки. Это просто, блядь, топовые герои просто улетели как нафиг. Жесть. Самое, что не есть настоящее, ребята, жесть. Так, побежали. Хорошее начало. Просто отличное начало. Но вот это еще куда ни шло. Вот такие вот пачки. Я согласен убивать. Но то, что я увидел перед этим, как меня просто тупо нафиг развалили. Не знаю, просто... 4 героя улетели нафиг. Из осмотра. Ничего себе. Прям что-то, знаете, как в лесе сдох, в лесу сдохло. Зефир. Нифига себе. Нам просто, ребятушки, нереально сегодня везет. Но это не точно. Сейчас нас просто тут только же... Так,
я не понял, а где делся, куда он делся, куда он пропал. Ну вот еще очередная пачка. То есть, по сути, здесь смотр, я, насколько я вижу, разматывает всех моих героев. Просто, ну, налегке только раз и все. У меня героев нету. Не знаю, или я смогу. А, у нас же нету уже попыток, нам придется обратно открывать сундуки. Да, короче, однако, ребятушки, это просто. Вариант тоже каждый раз по 1800 самов приходится выкидывать, либо же проходить, ну, в любом случае самоцветы уходят, я никуда от этого не денусь. Посмотрите на оккультиста, как его сливают, это при его дефах его просто пробивают. Супер пэты, все дела, это ни хрена не помогает. Да хоть такой вот вариант потом сейчас Мэри добьем, но я не знаю, честно скажу, вот, это бред. Осталось у меня 4 героя, ну, герои как обычно, так, сейчас посмотрим, как Мэри нас будет просто улетать, вот все. Мэри, до свидания. Просто до свидания сказали. Но она хоть ушатала огненько, хоть какой-то плюс, хоть какая-то польза у нас. О, Зефир, посмотрите, ну просто песня. Просто уходит. Они действительно уменьшили вроде как бы немножко отхил. И потом только фигаси фуловый отхил у тебя. И ты опять понимаешь, что опять тебе придется либо тратить самоцветы, либо хрен его знает, что делать. Ну все, у меня осталось тоже. А, у нас еще ворожей живой. Ну это прям мега удача. Но вот что сделать с этим героем? Просто бред какой-то, блядь. О, блядь, у меня уже не хватает ни сил, ни терпения. Они ни хрена не делают. Просто они хотят, чтобы люди просто донатили, а они на этом зарабатывали деньги, но ни хрена геймплея они не делают. Они просто убивают все, блядь. Я
Сейчас глянем, что там у нас с Мэри, какая у нас Мэри. Ну, она что-то отлетает просто как... Сколько у нее жизни? Так, хорошо, если у них отражалки, ставим, пробуем подашку. Ведь может быть вполне вероятно такое, что у них отражалки. Да, вот видите, по 5000 она получает. Но теперь хоть она не сливается. Посмотрите на Зефира. Лям. Сколько? 18 лямов. Блядь, у него реально 20 лямов жизни, ребят. 20 миллионов жизни. Блядь, жесть полная. Сейчас только вариант, что Мэри его шатанет нормально. Я в шоке. Где моя Мэри делась? Куда она пропала? Посмотрите на эти отхилы. 2,5 миллиона у него отхил. Что мне с ним сделать? Вот что мне с ними сделать? Я никого не убил, они меня просто слили. Идите вы в жопу, короче. Вот реально, с такой локацией, и вы хотите, чтобы люди ее фармили нормально. Ну вот, я потратил 1800 самоцветов, а эти сундуки я хрен даже не буду тратить. Но я наконец-то взял еще один второй. Первый мы прошли. Как видите, статистика показывает, что первая проходится более-менее, вторая, ну, 1800 самов, третья, это уже просто надо тратить все эти. В общем, ребятушки, вот такие вот дела. Супер-мега-пупер локация. Пишите комменты, что вы о ней думаете. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.